Напомню, в марте этого года губернатор Вениамин Кондратьев вместе с мэром проехали по самым загруженным и разбитым улицам кубанской столицы. Там, где около 10 лет не проводился капитальный ремонт. Глава региона отметил, что дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии. И понять горожан можно. По таким дорогам они просто разбивают свои автомобили. Тогда и было принято решение выделить средства на самый масштабный за всю историю Краснодара дорожный ремонт. По поручению губернатора впервые выделена такая сумма, это порядка 3 600 000 000, на ремонт автомобильных дорог в городе Краснодаре. Это все улицы, в основном 76 километров, по которым у нас движется общественный транспорт. Это все проблемные улицы на сегодняшний день, ну или основная их часть. В списке на ремонт и улица Новороссийская. На эту дорогу в краевую администрацию приходили десятки жалоб. В этом году здесь будет проведен капитальный ремонт. Сейчас идет подготовительный этап. Разметка самой дороги, тротуаров, освещение. Как отметили в департаменте строительства города, на это потребуется около месяца. Уже в конце июня дорогу для автомобилистов закроют. Планируется, что после ремонта там будет четырехполосное движение. Будем работать в начале по переносу коммуникаций, которые попадают в зону работ. Это электрокабели, это связь, это газ, это вода. То, что мешает строительству самой дороги. В этом году запланирован ремонт 46 улиц города Краснодара. Ремонтные работы продлятся все лето, поэтому горожан просят морально подготовиться. В ближайшее время на сайте мэрии будет опубликован маршрут объезда улиц, которые подлежат ремонту.